Александра, 1988. Поехали. Так, Александра, живи, лежи. Бля, Реймонд. Реймонд это... Игрок? Да. А ну. Реймонд. СПС, да не за что, ё-моё. Две крипты. Вот моя плата за спасение. Поднимайся ко мне на этаж. Сейчас, подожди. Ты слышишь меня, да? Да, да, да. Александр, это сюрпризом оказалось. Сколько здесь бойцов полегло. Кошмар. Третья крипта уже. Так, ну пойдем, короче, дальше лутаться. Александра, друг. Мы спасли. Поэтому можно идти полутаться самому тебе. Это кто это там такой? Это кто это такой? Опа. Два игрока, походу. Один спереди, один там. Это мой нож бегает. Ну да. Но это не нож стреляет. Нож у меня вот здесь, походу. Двое. Чего, ребята? Ну кто-то здесь явно стрелял, это был игрок. И он, походу, побежал на стройку. Да. Стреляй. С винтореза. Винторез это плохо, он меня забрать может. При небольшом везении. Я понял, кажется, где он. Да. Блять. Переволновался, что бывает. Все-таки это заряженный игрок, это не обычный новичок, но стандартный. Вижу. Выходи, выходит. А, он за синим сидит. Да, вон мину положил. Ну гений, гений. Я же говорю, что это не обычный игрок, это гений. Что у него было? Давай просто ради прикола посмотрим и поднимем его. Винторез и топ-патроны. Hang in there, I'm coming. Как дропы так падают, я не понимаю. Так, как мне залезть за дропом? God-like. Зачем он это делает? Да, вот это задача, конечно, залезть за дропом. Почему ты падаешь-то в такие места, в которых тебе невозможно залутать? О, получилось! Аллилуйя. Дай бог там снайпа. Ну, шестая броня, ладно.
Так, ну нам торопиться некуда, мы насобирали вот это вот все, поэтому пойдем сейчас в сторону, как она называется? Ну, самой гавани, короче. И там уже будем ждать бурю. Это, кстати, был первый новичок, который сказал спасибо, а другие это считают просто как должное. Типа, ты пришел меня спасать, значит спасай. Это странно. Будьте добры, говорите спасибо, кто вас спасает. Опа. Legendary. I'm here. Hang in there. Хотя вот твои патроны мне бы пригодились. Legendary. Ну это вообще машины поступки. No. В смысле, ну он по мне нашил. Хотя я его поднимал. Я этого потом убью. Это его друг, а не два тиммера. Я его стопудово должен буду убить. Опа, а ты кто? Чел? Да, это чел. Он перелез через забор, что ли? Опа. Гости. У нас гости. Двое. Уже один. Скидывай, мы пойдем. Ну понятно, понятно. Все, чё ты, блядь? Ух, хорошо. Че я подобрал? Блять, две крипты. Третий этаж. Я проверил или нет? Я не помню. Ладно, пойдем, пойдем на выход. У меня выход тут есть, отлично. Но я хочу того еще залутать. Погнали, рискнем. Я не могу бегать, потому что у меня перевес из перевесов. У меня перевесистый перевес. Броня, патроны. В теории я мог вынести спокойно 10 лямов, но мне все это нужно. Все это нужно, кроме вот этого вот, конечно. Я надеюсь, никак... А, два ножа умерли? Серьезно? А, вон он валяется, я понял. Выходим. 8410. В теории можно было... Да какой в теории? На практике можно было вынести спокойно лямов 12, наверное. Потому что там лута еще много оставалось. Но я взял спички, говнопатроны, железо, которое 60 тысяч всего стоит, гранату беспонтовую. Короче, ребята, можно было вынести нормально. Это самая лютая катка, по-моему, на моем канале.